Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня поиграем в игру, которая называется Sniper Elite 4. 1943. Мир охвачен войной. В мире царит хаос. Мы сорвали планы Гитлера в Северной Африке. Но что дальше? Черчилль потребовал начать вторжение в Италию. Он назвал Средиземноморье мягким брюхом крокодила. Американцы колебались, но Уинстон убедил их. Генерал Дуайт Эйзенхауэр, главнокомандующий союзных войск в Европе, разрабатывает средиземноморскую стратегию. Что же до меня? Мой путь лежит на Санчелине, одинокий остров к юго-западу от Италии. Здесь гибнет много наших кораблей. Англичане полагают, что причины надо искать на Санчелине, где находится база Люфтваффе. Они направили в район трофейное итальянское судно «Орхидея» на разведку. «Орхидея» была оснащена новейшими средствами радиоперехвата. В результате подтвердились наши худшие опасения. У фашистов новое чудо-оружие. Спасшиеся с потопленных кораблей говорили о какой-то новой ракете. Самолет выпускает радиоуправляемую ракету и с убийственной точностью наводит ее на цель. Судно должно было прослушивать вражеский радиоэфир, чтобы выяснить положение дел. Даже если придется заплатить за это высшую цену. Надо узнать, что дальше готовят нам фашисты, и как эти планы сорвать. На острове находится один из высших чинов Люфтваффе, генерал Тобиас Шмидт. Не секрет, что Гитлер высоко его ценит. Взять Шмидта живьем вряд ли удастся. Да и он ни за что не предаст любимого фюрера. Но при нем могут находиться ценные документы. Мое задание... убить Шмидта и всю его генеральскую свиту и унести ноги. Гибель тех моряков не должна быть напрасной. Я узнаю все, что смогу о новой ракете немцев. Ну что ж, ребята, как-то так. Давайте приступим к выполнению нашей основной задачи. Убьем тут генерала. Ну, я так понимаю, обучение-то будет какое-нибудь или нет? Или я так, на шару побегу? Так, ага. Думаю, этого малого можно снять без всякого шума. Отлично. Е. Хопа. Неплохо ты ему сердце-то вспорол. Готовченко. Так, Б. Ну-ка, что там? Можно рассмотреть в бинокль. Бэшечку. Так, я вижу тут... какой-то груз висит у нас. И все, с пушками причем, да? С какими-то доисторическими. А, нет, смотрите-ка, ребят. Так, пометить можно врагов, оказывается, здесь. Шикандос. А, ребята, все, понял я. Ну-ка, давайте-ка, сейчас я... Беренька сюда шмальну. Так, а как мне выбрать винтовку? Ага, Ку. Шикарно. Пробел, чтобы выдохнуть. Ядрёна ты, вошь. И... на-ка. Да, ребята, не завидую я вам здесь. Двойное убийство. Не спеша, идеально. Я же елки-палки снайпер, а не кто-то там вам. Надо перепрыгнуть. Да перепрыгнем без проблем, браток. Я буду тебя звать Ваня Зайцев. Опа. Какие тут проблемы вообще могут быть с прыжками-то?
Так, ладно. Путь один. Наверх. Наверх, да? А куда наверх-то? Ёлки, тут крепость сыпется просто на глазах. Давненько ее не ремонтировали. Так, а куда наверх-то, я не могу понять. Здесь, что ли? Нету ничего. Странно. Не врубился я маленько. Может быть, сюда надо? А, вот куда, ё-моё, блин. Это ж надо так было не увидеть. Так, поползли наверх. Все тихо. Может поискать у убитых патроны? Это надо, это обязательно надо. Патрончики нам нужны. Кстати, а где у меня отмечаются патроны-то? Растяжку получили мы. Думаю, я собрал все, что мог. Мину. Ну, патроны к пулемету, к пистолету. Да ладно тебе, давай ты уж, елки-палки, собирай. Не дуркуй, Ванек. Так, все, шикарно. R это чтобы сменить оружие. Понятно. Мы пока, наверное, ничего не будем менять. Будем с этой винтовкой Мосина бегать. Правда, я не знаю, Мосина это или нет. Но тем не менее. Ага, вот куда надо. Все, мы забираемся наверх, все выше и выше и выше. А где будут серьезные баталии, а? В растительности и в тени меня хуже видно. Понял. Понял тебя, Ванек. Значит, мы будем вот, например, здесь спрятаться можно, да? Так, S, чтобы пригнуться. Или удерживайте, чтобы ползти. Ну что же, пока тихо все, да? Довольно прекрасно. Обучение для новичков. Так, убейте генерала Шмидта. Вот наше задание основное. Так, нажмите M, чтобы посмотреть карту. И у нас на карте отмечены какие-то задания, да? Так, уничтожьте камеры. 3 штуки. И вот тут знаки вопроса. Это, видать, основные, что ли, задания? Так, вот так вот я иду, иду, иду. И вот как-то мне сюда надо попасть. 102 метра до цели. Так, нужно убедиться, что пропагандистские камеры уничтожены, да, значит? А ну-ка. С той башни открывается хороший обзор. Все, Ваня, я намек понял. Идем на башню. Давай-ка заберемся. Тут как раз лесенка для нас. Как нельзя лучше все для нас сделано. Тут еще, смотрите-ка. Что это такое поднять? Что это за записи? Отчеты снайперов. Ага, вот он даже как. Ух ты. Спрингфилд, винтовка там какая-то лежит. Ну что ж, давайте, ребята, наверное. Так, пистолет у меня здесь. Так, автомат. И вот она, моя винтовка. Ух, вижу я, ребята, я вижу этих охламонов. Так, где-то что-то... Ага, вот, вот они. Жалко, у меня, конечно, винтовка не без глушака. Так, а этого, если я снесу, те услышат или нет, а? Ух ты, их тут дофига. Ну, я даже не знаю, может быть, взорвать здесь машину? Шумиха, наверное, будет, да, все разбегутся, кто куда. Но, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Не что оставлять... за съемки? Действительно, что за съемки? Надо сносить его нафиг. Там еще грузовик какой-то ездит. Давай, давай. А, этот не подходит. Чпокс, ни хера. Ух, братиша, я тебе не завидую. Как тебя круто снесло-то. Так, грузовик уничтожен. Ну да, ребят, как я погляжу, они тут все разбежались у меня. Че ты там ныкаешься-то? Сейчас ты у меня получишь пулю. Выстрел в печень. Что может быть лучше, а? Как говорится, не алкоголь убил, так я. Что-то за бабочки порхает, а? Не нервируйте меня. Ух ты. Там еще до сих пор что-то взрывается. Ладно, ребята, шутки в сторону. Наверное, можно идти дальше. Так, а что это? Ага, давайте-ка, ребята, наверное, Спрингфилд. Амортизация отдачи. Вот так вот. Я думаю, что, наверное, эта винтовочка будет получше.
Ну, по крайней мере, я надеюсь. Так, а что такое настороженный? Что-то я не помню. Задержать дыхание. Ух ты, тут прицел-то совсем другой у этой винтовки. Ребята, меня кто-то палит. Причем по-черному. Блин, может наверх забраться? Ну-ка, выходи, гад. Где там спрятался? Ага, вижу, вижу. Бегают там, а? Среди кустов. Так, вроде бы как вижу одного, да? Это же он? Блин, что такое? Ага, вот. Точно, ребят, смотрите-ка. Опа-на. Сейчас ему будет крышка, ребята. Прям, давайте в голову. Чика! Нифига там кульбит сделал. Выстрел в глаз. Ну, а что, прикольно. Так, тут еще какие-то самолеты летают. Интересно, мои или... Нет, ну, конечно же, не мои. Наверное, немецкие. Пропаливают. Так, а тут что у нас? Опа, на, ребята, смотрите, я вижу груз. И вижу, чувачок там ходит. Видно, песенки напевает. Давайте мы сделаем так. Подождите, мне так не надо делать. Надо подождать, пока он подойдет под груз. И шлепнем его тогда. Ну давай, иди. Нет, стоит там что-то. Может, он вообще уже не пойдет? Может, его чпокнуть? А, нет. Нет, 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 ребята, идет. Так, у меня дыхание, я смотрю, скоро закончится. Сейчас, 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 еще секунду. Давай, ребята, вот он. Уже на точке. Ну, Ванек, не подведи. У, братиша. Пока. Дальний выстрел. Опыт 100. Что ж, довольно неплохо. И опыт идет хорошо у нас. Так, ну я же знаю, что где-то здесь еще должны быть бусурманы. Ведь не всех я чпокнул тогда, а? Ну-ка. Ага, вижу. Еще один тут бегает. Так, они в ту сторону метят, думают, что я оттуда. А вот не тут-то было. Так, тихо, не ерзай головой, блин. Получи. Классно. Так, что они там засуетились-то сразу? Прочухали. Видно, слышно все-таки, как у меня винтовка шмаляет. Поэтому они сразу переключаются на меня. Вроде бы неплохая позиция, да? Кустики, все дела. Блин, ну и мне ни черта не видно. Это очень-очень плохо, ребят. Вообще никого нету, а? Нет, есть. Бежит какой-то хламон. Но вряд ли я его отсюда снесу. Так, а этот куда? Вы хоть остановитесь? Нет, бегают без остановки. Но это специально, конечно же, чтобы я не попал, не видно. Чует, что снайпер за ними секет. А вот эту вот бочечку-то я взорву по любасику. Это самолет там, что ли, или грузовик? Ту, взлетел на воздух. Только бабочки запрохали. Давайте потихонечку. Интересно, а мне здесь... можно просто, например, засветиться, выйти, расстрелять всех, в конце концов? Или я должен вот так вот все втихаря здесь сделать? Ладно, я думаю, мы это узнаем вскоре. Что это за такая дорожка каменная, в то же время блестит? А, там вода у нас. Ясно, дайте-ка я, ребят, сюда сбегаю, посмотрю. Тут враги как раз, надо их, наверное... А это что такое тут? Ничего нету. Давайте обшмонаем. Так, патроны. Что еще? Это мне очень пригодится. Ну, патроны-то понятно. Так, тут еще, оказывается, можно поднимать тело. Это, видимо, будут такие задания, где нужно пройти беспалевно. Ну и, соответственно, убирать за собой трупики. Так, мы сейчас в данный момент находимся непонятно где. В какой-то пещере. О-о-о-о, тихо, тихо, братиша, ты чё? Ну-ка, давайте-ка его отсюда вот так вот. Идет, смотри, а. Как я его, а? Козырно. Выстрел в печень. Что у них все в печень-то, а? Ёлки-палки, там, по-моему, ребята бегут. Вот он, я его вижу. Запалился сосунок. Блин, где моя мишень? Почему-то не было мишени, но я его навскидку грохнул. Я чую, здесь должен быть еще один. По любасику. Он где-то здесь бегает.
Неохота, как говорится, засвечиваться. А нам надо с вами... Так, а это что у нас такое? Зачистка КПП. Слушайте, довольно прикольно сделана игра. Красочно. Тихо, братиша. Убил? Убийство пехотинца. Укрытие раскрыто. А кто меня раскрыл? Фак. Это, видимо... Видимо, кто-то меня палит, да? Раз такой вот трафаретик остался. И музыка такая стала, знаете, тревожная. Щет, а? Ну, я что-то не вижу, чтобы кто-то шел сюда. Да, наверное, фикция какая-то. Давайте пойдем. Тихо. Ой, ты черт подери, а? Блин, меня палят, ребята, палят. Ну-ка, выходи. Гнида, я тебя сейчас устрою. Ты смотри, чуть... Во-во-во-во. Блин, мимо. Ох ты, смотри, как он хитро сделал, а? Ты прям меня порадовал, братиша. Блин, да что такое? Давай, перепрыгивай. Нафиг, давайте обратно в башню забежим. Я сейчас с этой башни их тут всех расколбашу. Ага, смотрите, по карте обозначаются две цели. И треугольничек, я так понимаю, это где меня в последний раз заметили. Так, куда? Вот сюда, да? Давайте быстренько заберемся. И я их сейчас отсюда расколбашу, надеюсь. Так, смотрите, бегут к моей цели, к моей точке, где они меня видели. Значит, они будут здесь у меня на мушке сейчас. Да, ребята, вот они. Да где ты? Ага, вот. Смотри, ныкается там, а? Извини, браток. Да как так? Как я промахнулся, блин? Фак, надо... Вот так, отлично. Убийство пехотинца. Слушайте, ну вроде бы там было их двое, а я только одного убил. А желтая точка на карте, это, наверное, второй, да? И он ушел, я так понимаю. Что можно отсюда бахнуть еще? Какие-то, я не знаю, красные ящики, видно, взрывоопасные. Опачки, красавчик. Ну-ка. Довольно хорошо. О, еще один. Так, давайте его на опережение, ребят. Он не угомонится. Мимо, блин. Черт, не видно из-за кустов. Блин, может наугад бомбануть. Эх, я даже не знаю, что и делать-то. В любом случае, он уже не вылезет. Это однозначно. У меня два варианта. Либо здесь сидеть до посинения, и пока у вас глаза не вытекут, и ждать, пока он вылезет. Или же идти туда и самому их навестить. Ну-ка, что это за горючая бочка такая, не пойму я. Стоит их вообще взрывать или нет? Так, ладно. Пойдемте выйдем. Пока тишина. Так, у меня... Что такое? Опять кто-то палит. Где? Где-то здесь, недалече, ребята. Где-то вот тут, в этих вот кустах. И, скорее всего, это тот подшнырик, который от меня убежал. Так, ладно, давайте потихонечку, не спеша. Слушай, я себя чувствую прям каким-то диверсантом. Ну, Ванька, ты просто малорик у меня. Блин, и графа довольно такая красивая здесь, в этой игре. И если вам, ребята, понравилась эта игра, пишите в комментариях, будем ее проходить досконально, как говорится. Лично мне она понравилась, довольно красивая такая. Я так понимаю, много видов оружия будет, всяких растяжек, херажек. Сложные будут миссии, больше чем уверен. Так, этого можно было бы обшмонать, конечно, трупака. Ну ладно, пока не до него. Смотрите, впереди какой-то костерок горит. И там что-то вроде как лежит. Опа-на, красавчик. Давайте-ка его снесем. От греха подальше, как говорится. А, черт, давайте вот так вот. Выходи. Ну, спиной. Спиной, ну.
Чика! Ничего себе, блин! Вот это я его, да. Изрешетил. Нормально. Что, еще кто-нибудь будет, нет? Или он там один был? Прогуливался, так скажем. Так, ну я смотрю, здесь вообще тишина, никого нету, спокойненько все. Какие-то рюкзаки лежат. Что это такое? А, противотанковая мина? Ничего себе, блин. Тут еще и танки будут. Так, аптечка. Максимальное количество у меня аптечек, поэтому я не могу ее взять. Костерок тут горит. О, все, обрыв что ли, ребят? Да, все чисто. То есть за мной уже никто не следит, я так понимаю, да? Хорошо, это отлично. Ух ты, здесь какие-то документы лежат. Как это понять? Дозвуковые патроны к винтовке. Это что означает? Так, вельтер, как какие-то виды оружия. Это надо в них разбираться, чтобы знать, какое лучше, а какое хуже. Ну, время все покажет, поверьте мне, ребят. Опа-на, братиша. Очередная жертва идет. Сейчас она будет уже лежать. Должен попасть. Ух, ё-моё, блин. Вообще козырно. Все это так сделано. Замечательно. Отличный стрелок. 50 экспы я получил. Слушайте, а тут что, еще уровень будет у меня расти, что ли? Раз опыт какой-то идет. Так, 230 метров до цели, а тут у меня 170 метров. Дофига тут, конечно, целей. По карте-то у нас разбросано. Ну-ка, давайте-ка здесь посмотрим. Ох ты! Смотрите, ребята, идет очередная наша жертва. Опа-на! Призрачный убийца. Это я получил анчивочку, ребята. И плюс 5 опыта. Так, ну я смотрю, тут тишина, никто не брыкается, ничего не орет. Так, это якобы невидимость, да? А где самолет? Ага, вот они. Люфтваффе летают. Погодите, мне кажется или нет? Нормально, бежим. Хотя нифига, где он тут орет? Крикун. Давайте-ка обратно в кусты. Спрячемся. Так, а где он орал, интересно мне знать, а? Голос был слишком близко. Давайте вот эту вот, может, это бочка или что, взорвем ее? Странно, никого не было. Настороженный. Кто-то, видимо, услышал, да? Еще б не услышал такой выстрел из кустов. Так, давайте сюда заныкаемся. Черт, и главное, что никто не выходит, а? Нет. Кипишняк поднялся, а только где они? Выходите, фрицы. Черт, никого не видно. Блин, и сейчас вот наверняка сейчас выйду и начнется тут палево. Знаете, провоцируют меня одним словом. Где-то вообще рядом. Так, что у нас тут, ребята, документы что ли какие-то, нет? Так, все забираем. И вроде бы больше все. Так, тут еще вот у нас Велдрат. Слушайте, по-моему, он Вальтер. Очень хороший. По крайней мере, по статам. Так, а здесь что? Здесь ничего нету абсолютно. Слушайте, где-то эти хламоны здесь шоркаются. Ну где? Блин, не пойму. В башне в этой, что ли, бегают? Слушайте, а что это, интересно, такая старая крепость? Смотрите, еще пушки доисторические стоят. Блин, хотелось бы знать. Так, все чисто, отлично. Значит, с меня сняли все подозрения. А-а-а, вон они. Вон они, где шоркаются. Ну что ж, ребята, думаю, что... Можно, в принципе... Давайте попробуем, знаете что, на башню эту залезть. Если мы сможем, конечно. А уже с этой башни начнем развлекаться. Что-то, по-моему, нифига, да, тут? Непонятно. А нет, есть, есть подъем. О, и лесенка тут как раз. Все как полагается.
Так, давайте поднимемся. Что тут, ничего не лежит? Нет, к сожалению, ничего нету. Блин, какой-то обзор не ахти, да, ребята? Хотя нормально, в принципе. Опа-на, вижу. Вижу фрица. Давайте-ка его по-тихому снесем. Та-даш! Ничего себе, это аж куски мяса повылетали. Убийство пехотинца. 194 метра, ребят. Вот это вот глаз-алмаз, блин. Так, а тут что такое? Что это за генератор там такой стоит у нас? Ну-ка, надо его, наверное, взорвать, я думаю. Чтобы не мешался. Оу-оу-оу! Тихо-тихо-тихо, где-то здесь, гаденыш, вот он. Все, тебе хана, парень. Не завидую я ему сейчас. Шикарно, так, выстрел в сердце, ребят, у нас произведен. Высматриваем тогда очередную жертву. Ведь сто пудов здесь где-нибудь бегает. Так, ладно, там в укрытии, давайте глянем тогда вдаль. Смотрите, какой красавчик стоит, а. Смотрит в небо. Ну все, извини. Не спрятался, я не виноват. Крепчайник, да? Ух ты, шикарно. Выстрел в глаз. Хотя на самом деле был выстрел... Выстрел в затылок. Просто вылетела пуля через глаз. Ну что же, меня раскрыли, получается, да? Будем тогда здесь стоять отбиваться? Наверное. Пока вроде тихо. Я никого, по крайней мере, не вижу. Хотя нет, ребята, вижу. Вон он, смотрите, возле трактора. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, навскидку не получилось, по-моему, да, ребят? Надо добивать. Ну, есть. Сдох. Блин, нафиг я еще раз стрелял. Так, а этот у нас за домом, получается, бежит. Тихо. Водобай, я тебе сейчас дам водобай. Слушайте, где-то здесь рядом. Походу дела. Опачки, прибыли. Так, дайте-ка я возьму автомат. Ха-ха-ха. Придурок. Да, я буду здесь стоять и ждать тебя. Все, больше никого нету. Вроде как чисто, да? Хотя нет, ребят, смотрите. Кто-то меня еще здесь пропаливает. Слушайте, по карте... Ага, вот, бежит, бежит лопух, смотрите. Сейчас будет подниматься. Ну что же, подождем. Пока, братишка. Так, ну что, шикарно, здесь мы все зачистили. У нас остаются еще вдалеке три цели где-то бегают. Давайте нафиг вот эту вот взорвем ерунду, чтобы она меня не бесила. Так, отлично. Вау-вау-вау, сразу засуетился. Блин, куда ты побежал? Ай-яй-яй, хотел его чпокнуть, но по ходу дела не получится. Шикарно, я надеюсь, он там взорвался. Но походу нет. Опа-на, еще одна цель отмечается у нас. И бегают, бегают. Их там целая куча, ребят. Ай, не успею навести, да? Ну-ка, этого если... Черт. Спрятались. Ну вот этому-то в голову. Ай. Так, тихо-тихо-тихо. Вот какие жуки. Не хотят высовываться. Так, ну что тогда будем делать, а? 201 метр у меня до цели. Так, тихо, может быть сейчас попробуем. Он там вроде выглядывает, да? В голову, блин. Нет, ребята, не пробьем. Вылез и... Вот чепушило-то, а? В последнюю секунду спрятался. Считай, что ему фартануло.
Ну, чтобы не мешалось, мы ее подобьем. Красиво, как пуля летит. Все. Типа отвлекли внимание этим грузом. Шумом. Опачки. Это уже тут стрельба по мне пошла. Где они? Не вижу. Что-то не видно мне их, ребята. Неужели эти олухи? Ну-ка, высунься, высунься. Ага, вон высунулся, по-моему. Наверное, гудбай. Только каска отлетела. Хороший был выстрел. Дальний выстрел, опыт 120. Так, но все равно по мне шмалят, ребята. А если вот этого навскидку? Ага, нет, тихо. Ё-моё, их там целая куча. Давайте-ка вот этого командира или кто... Блин! Промазала. А этого, интересно, можно? Нет, по ходу дела он там где-то за укрытием. А зачем тогда показывают они мне их, если я не могу его подбить? Давайте тогда через домик, может, пробьем, прострелим. Нет, нифига. Да кто там палит-то все, а? Где-то здесь. Вот с этой стороны, но я не вижу никого. Так, вон. Отсюда где-то. Вон он, чмошник, а? Ну, парень, ты напросился, а? Отлично. Выстрел в легкое. И вот здесь еще второй у нас. Ух ты, нормуль. Выстрел в глаз. Ха-ха. Нехрен подглядывать. Да, я с этой высотки-то до хрена врагов поуничтожал. Давай, выбегай. Не хочет. Ну что, давайте, ребята, наверное, тогда отсюда сматываться. Нам все равно здесь уже ловить нечего. Что-то, по-моему, я слышал, да, кто-то орал. И причем вот довольно и близко. Давай второго обшмонаем. И будет все. Отлично. Ну, никого нету, вроде можно двигаться. Побежали отсюда. А вот куда бежать только, я не понимаю. Опа! Фига их там сколько. Что, кто-то палит. Не пойму, где, откуда. Какой-то прибрежный пляж у них тут или что-то. Давайте-ка, наверное, взорвем тачку. У меня закончились патроны, перезаряжаю. Блин, я зря такую шумиху сделал. И машину не взорвал. И внимание к себе привлек. Зря было сделано. А нет, грузовик уничтожен, все-таки взорвался. Ёлки-палки, нифига их там. Как говорится, я только разозлил осиное гнездо своим действием. Ну что ж, давайте обратно подниматься. Я надеюсь, они сюда прибегут, или мне опять придется их всех выслеживать. Так, ну тут вроде чисто у нас все. Никого нету. За эту сторону можно не бояться. Значит, остаются только те, кто внизу там стоит. Скажем так, на пляже. Ну, не пляж, а пристань, или как ее там назвать. Гады, а? Ладно, Ванька, не будем переживать, что у нас тут. Любым способом уничтожить. Так, у нас еще зачистка КПП, блин. И расстояние все практически 200-300 метров. Ближе ничего нету.
Слушайте, они, по-моему, уже там дальше все идут. Надо выходить, наверное. Нечего тут ловить. Опа-на, красавцы. Вот вы-то мне как раз и нужны. Вот они, ребята, которые шмаляли по мне. Минус один. Так, этот тоже сейчас. Куда побежал, а? Четко было, а? Как говорится, на опережение я его взял. По лестнице нет никого. Тут вроде как тоже все чисто. Наверное, вот эти два олуха-то по мне и стреляли. Можно отсюда, в принципе, уже и сматываться. А, нет, бежит, бежит, ребята, еще один. Вот он. Куда он там собрался-то, не пойму я. Только не ныкайся, урод. Черт. О, вот это хорошо было. Убий свой пехотинец. Да я же ему вроде как в ногу попал. Че он сразу умер-то? Ладно, мне только на руку это. Все, наверное, можно отсюда уходить. Звуков никаких лишних нету. Сейчас мы заодно спустимся сюда. Давайте-ка. Потихонечку, потихонечку, не спешим. Так, солдатики, давайте обшмонаем. Может, что полезное будет. Так, патроны к винтовке. Так, у меня больше ничего не найти. Все, я тебя понял, Ваня. Больше у него ничего нету, а нам, в принципе, больше ничего и не надо. Так, здесь все уже сломанное оборудование. Так, подождите, куда мне надо идти? Цель-то у меня... Ага, вниз. Ну, здесь все тихо. Тихонько, смотрите. Йо, сколько вас тут. Так, ребятушки, пора тут сделать зачистку. По бочкам, интересно, взорвутся, нет? Шикарно, ребята, отлично просто. Что там, командир какой-то выбежал. Сейчас буду всех здесь зачищать. А, ё-моё, дыхание. Надо немножко. Свистун, а, свистит там уже, призывает подмогу. Вот гаденыш. Смотрите, по карте уже один бежит. Нет, остановился. Все, взрывается там у них. Кидрени фени. Так, тут у нас что? Аптечка. Так, ну что, цель отмечена у нас. Можно, в принципе, пробовать ее снести. Так, где они здесь? Ага. Стоит, ждет, а? На-ка! Оу! Великолепно было. Так, еще я смотрю, в радиусе у нас две цели. Одна спереди, другая где-то сбоку. А, вон он бежит, олух. Давайте в кустах вот так вот сделаем. Есть у меня идея взорвать машину, ребят. Посмотрим, что получится. Тюм. Ну. Так, ладно, грузовик уничтожен. А чувачок, который там прятался, походу выжил. Это хреново. Хотя по карте я его не вижу, если честно. Боеприпасы, что ли, какие-то здесь? Давайте колеса спустим у машины. Так, замечательно. Но где-то еще один. Вон он бегает, не пойму только где. Самолет за самолетом летает. Они когда-нибудь останавливаются. Слушайте, а куда он исчез? Он же бегал. Я же видел его на карте. Ладно, ребята, постоим маленько. Кто-то меня палит. Но я пока не вижу никого. Так, погодите, погодите-ка. Сейчас мы, знаете, что сделаем? Посмотрим через эту оградочку.
Но тут вроде как чисто все, да? Никого нету. Одни трупики лежат. У меня есть такая мыслишка подбежать туда и собрать весь лут. Патроны, может там еще что-нибудь будет. Может новое оружие какое-нибудь валяется. Так, нажмите, чтобы повиснуть. О, не понял. Что за псих там еще орет, блин? Ёлки-палки, где он тут? Ах ты чмошник, в кустах сидит. Блин, как я его так пропустил-то? По карте же видно было, что он там шел. Вот гаденыш. Смотри, как там что-то по-немецки болтает. Ну, я его сейчас оббегу, ребят. И взбучку-то ему сейчас сделаю. Где он здесь? Блин, я его не вижу. Ага, все. Он побежал вниз за мной, по ходу дела. Придурок. Ну, он напросился, короче. Он ушел. Да нет, братишка, я тут. Но тебе от этого легче не будет. Черт. Готов. Так, ну что. Теперь уже, по-моему, точно мы все здесь зачистили. Поиск завершен. Посмертно. Фига он там лежит, что-то дергается еще. Хорош дергаться. Эка тебя, братишка, перекосило-то как. Да нафиг ты мне нужен-то, елки-палки, я хотел тебя обшмонать. Ладно, не буду я с ним тут тютюкаться. МП-40 у него автомат был. Теперь, я думаю, можно смело идти и здесь все собирать. Так, этот лежит. Блин, как же ты, Ванек, у меня быстро выдыхаешься, а? Это плохо. Так, давайте-ка проверим, что у этого гаденыша. График дежурств. Здесь больше нечего искать. Это точно. Так, еще один. Сейчас мы этого проверим и сбегаем в здание. Посмотрим, что там. Так, документы опять лежат какие-то. Давайте их заберем. Разные документы. Еще одни лежат. Шмидт должен был заснять ракету, чтобы показать фюреру. Ага, вот оно что. По всей видимости, ребята, они здесь испытывали ракету. Должны были снять, предоставить результаты фюреру. Ну и, соответственно, получить одобрение. Наша цель – этого не допустить. Так, погнали-ка отсюда. Сейчас поднимемся по лестнице. И у нас там две цели, даже три. 120 метров, короче, грубо говоря, до следующей цели у нас. Они зачистят ли КПП? Да-да-да, Ванек, я тоже так думаю. Давай-ка мы с тобой зачистим КПП. 77 метров у нас до цели. Он испарился, держи ухо востро. Опа-на. Здорово, огурец. Сейчас мы тебя здесь нахлобучим. Прям в легкое, да? Из сердца и легкое это все пробил. Выстрел в легкое. Звук выстрела было услышано, и все насторожились. Так, давайте сюда сбегаем. Можно даже подняться. Все в пыли, в дыму. Так, отлично. Еще поднимаемся выше. И куда это мы вообще выходим, получается? Непонятно. Пока. Так, идет поиск врага. Значит, меня кто-то пропалил все-таки. Пускай ищут. А мы будем заходить, наверное, с тыла. Где-то говорят. Так, ну что, ребята, вот у нас цель. КПП. Давайте держаться, наверное, этой точки. Слушайте, ну почему-то я отдаляюсь. Единственный вариант — это подняться. Может быть, мы сможем оббежать.
Давайте потихонечку через кусты. Это понятное дело. Вроде пока чисто все. Никого не видно, ничего не слышно. Ну что ты, Ваня, выдыхаешься так быстро. Смотри, у нас 367 метров до следующей цели. Да, это до хрена. Самолеты еще поганые эти. Так, я вижу тут палаточки, но в них, по-моему, тоже никого нету. Опа-на, цель отмечена была только что. Где-то здесь, да, бегает? Хотя нет, ребят, далеко он слишком от нас. Очень, я бы сказал, даже далеко. Так, ну что здесь у нас есть? Давайте посмотрим. Так, забираем все эти боеприпасы, амуницию. Да ну такого быть не может, чтобы никого здесь не было, а? Что это за генератор стоит какой-то, дымит? Давайте, ребята, сбегаем сюда, посмотрим, может быть, здесь кого-нибудь засекем и подобьем. Смотрите-ка, на эту штуку можно что-то сделать. Она указывается пальцем, смотрите. Так, звуковая маскировка. R использовать для взрыва. Опа-на, это я, получается, сейчас заминировал сигнализацию. Если кто-то нажмет на кнопочку, то ему будет хана. Ну что ж, неплохая ловушка. Я единственное не знаю, эти самолеты будут причинять мне вред, если засекут или нет. Постоянно мне какой-то сигнал дают. Ох, какой здесь шикарный обзор. И вроде бы... О, есть, есть, вижу, вижу цели. Какой-то командир идет. Надо его грохнуть. Так, 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 главное не промахнуться. Ну что ж, ребята, на этой ноте я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей серии. А на этом все, всем пока.